Областной суд оставил под стражей бизнесмена, которого обвиняют в похищении и избиении своей супруги. Под стражей подозреваемый останется до 23 сентября. Мы не согласны с данным решением, будем обжаловать. А мы хотим добиться единственного, что хотим, невиновного человека выпустить из-за решетки. Вот и все. Дмитрия Трапезникова обвиняют в том, что он, узнав о заявлении супруги на развод, подкараулил ее после работы, затолкал в машину, отвез домой, запер и жестоко избил. В конце июля мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца, но защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте. Пока идет разбирательство, мужчина планировал жить с матерью в том же доме, где, по данным следствия, он сутки издевался над женой. Сторона защиты уверяла, что между супругами произошел очередной конфликт, который получил слишком большую огласку. Судье предоставили положительную характеристику с работы обвиняемого, а также сообщили, что у бизнесмена хроническое заболевание сердца, поэтому ему опасно находиться в следственном изоляторе в период пандемии COVID-19. Один из адвокатов бизнесмена даже подал заявление о признании возбуждения уголовного дела незаконным. Однако прокурор заявила, что из-под домашнего ареста обвиняемый может сбежать, опасаясь наказания за особо тяжкое преступление.